Итак, чтобы заменить старое стекло на телефоне, для начала снимаем защитный чехол и удаляем старое стекло. После этого необходимо протереть само стеклышко от пыли влажной салфеткой. Берем и аккуратненько все вот так вот тщательно протираем, чтобы не осталось никаких ни соринок, ни пылинок, ни отпечатков пальцев, ну и так далее. После того, как влажной салфеткой все удалили, берем вторую салфеточку сухую и также ей протираем все стекло. Смотрим, чтобы нигде не осталось никаких пылинок. Берем новое защитное стекло, прикладываем его, выравниваем. И вот такими вот наклеечками нужно его зафиксировать. Смотрим, чтобы все края были ровненькие. Если надо, чуть-чуть пододвигаем и крепим эти наклеечки к боку. Дальше берем еще вот такую вот наклеечку, смотрим на экран, если где-то остались какие-то соринки, при помощи вот этой наклеечки убираем. Дальше удаляем защитную пленку со стекла, все это дело прикладываем и вот таким вот движением раз от центра проводим. Как вы видите, пленочка сама приклеивается, ничего сложного в этом нету. Теперь нам остается чуть-чуть вот выгнать с краев воздух. Можно сделать при помощи обычной пластиковой карты. После этого удаляем наклеечки и все, стекло на месте. Как вы видите, ничего сложного, все очень просто и быстро.